Молодая украинская группа «Пани Валькова» образовалась всего 4 года назад, но за это время девушки сумели завоевать сердца современной молодежи. А их песню «Крейзи Никита» без преувеличения можно назвать народным хитом. Сегодня группа объездила крупнейшие фестивали страны, поучаствовала в съемках телешоу «Что, где, когда» и готова представить нашу страну на Евровидении. В эксклюзивном интервью «Подробности UA» девушки раскрыли тайну своего необычного названия и рассказали о самой заветной мечте.